тише. Ну ба. Блять, лета путаюсь, куда делать это. Блять, только не там. Кто ж так делает, блин? Блин. Нет? Да. Оно. Так вот и. Хозяина я не думаю. Так. Скисаем. Киснем, точнее. И скисаем. Понятно, блин. Блять. Это, а же вот это, а вот это духовка, да. Это не духовка, нет, это духовка, это волосы. Съем, блин, но я так посолил, подержит тихо, блин, вермишель, блин, вода. Все, точки помыть. О. Что-то, о, свет почти. Две штучки надо взять. Свет это что же будет? Свет будет, да? Две целые. Какие-то, блин, покоцанные. О, большая такая. Отлично. Все, погнали. Блин. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин. Не спешит отойти, уже заводит ленту. Звонок идет.
Ой, на что-то. Если меня что-то кинуть, то такое. Да, да. Слышно? Спим, да. А? Блин. Ну, да я понятно, я наушники отложил. Слышно меня? Вот так вот, да. Да. Ответь на комментарии девушки. Я не могу. Валя видно, я зашел только секунду. Да. Ой, бля, наушники. Поломаться. Сейчас я на видео, влог пилю, во. Только надо, блин, надо знать, куда наводить. Сейчас один. Ой, блин. А можно удалить эту куклу, свет, не? Я сегодня глянул. Так, куклу. Там кукла эта самая искусственная. Искусственная. Не настоящая. В общем. Она. Нет, я не знаю. Ты тёшки про кота-то. Где она? Блин, лучше я в сообщение захожу. Есть. Валя пишет. Понятно, почему кот. Хирилл, ты это серьезно? Бля, я одна, надо от имени кота написать. Сейчас, секундочку, момент. Блин, да. Что, у него такое лицо? Можете, пожалуйста, там биточки менять самые? Что? Блин! Наушники тут все. Биточки душатся. Я их водой заляпал, блин, залил. А что там классаешь? А, ты мотаешь, читаешь, да? Что выше? Что ты написал выше? Надо писать вообще, а не выше. Ты же хотел написать вообще. Вообще под котом? Ну, под фоткой нашей. Нет. Совместной. Что ты имел в виду? Вот ты написала хозяин выше, что? От имени кота. А Валя поймет это. А. Не да? Тупи. Блин, а. я туплю. Наша телевидение стоит в русском. Выключи его. Выкинь телек с балкона. Такое прикольное выражение сейчас. Ты его сейчас услышишь, а я тебе картинку пошлю. Выражение, знаешь, как бы звучало. У меня уже лопало все желание. Это наконец-то очень. Ну, упали мы на дно, а тут и со дна снизу постучали, да? То же самое. Вот, я ищу картинку вот про то, как лопало желание. Вот такая подойдет. Блин, ты мне скинул. У нас есть сейчас. Я пока не вижу, скинул это или нет. А, о! Блин, что-то яйцо, сейчас, секунду. Яйцо, да? Блин, у меня только что оно лопнуло на кухне. И у меня. Блин, отлично, да. И философская такая, да. Надо было два. Мне вот любопытно, что у него там слева. Где? Цыпленок? Ну, это верхняя часть желания. Улетела. По-моему, там оно лохматое, пушистое такое. По-моему, это цыпленок. И темное. А мне кажется, что тут, блин, цыпленок и ну, черно-белый такой. Там два цыпленка в одном месте. Ну, это как два желтка бывает. Да. Смотри на большом экране. Фотография в хорошем разрешении. Ну, я же глянул, у меня как бы, я на видео снимаю сейчас это все. Вот. Лопнуло яйцо. Цыпленок вылетел. Беленький влево, блин. Ой, подруга Валя ко мне попросилась, друзья.
Ну, блин, видишь, как не только я тебе этого, точнее, ты мне, я тебе. От тебя идут мои флюиды. Ну да, она веселая, она отличная. Она это хотела сказать аутизм, ауксиловед. А что такое ауксиловед, ты у него почитаешь, ну, у него там в этом. Блин, как она называется? В личном деле его. Блин, надо эту фотку за. Самый солид. А выкопал мой наготки, во. Как я ловко, блин. Оба. Да, это, обозначил. О, видишь. Ну там видно код. Ну он же Евгений. Один ты, один Паникаренко и Ставок. Во, а это он появился с этим своим полиграфом, типа сказал, что я вот сейчас пойду. И одна тетя из Америки два раза. У нас вот ты меня озадачила тетей. Тетя с именем? Тетя зовут Елена Эванс. Лена Эванс. О, я такой не знаю. Надо добавить. Так, Валя. Бля, сейчас, секундочку. Хорошо. Ладно, дружим с вами. Угу. Кто такой ауксиловед? Заули. Так, подожди, вот там я к маме, извини. Давай. Угу.